Если холодильник не включается, то есть вы его включили в розетку, а звука никакого нет, холода, соответственно, тоже нет, то проблема в термостате. Какие они бывают и как различаются, об этом мы поговорим. Термостат – это устройство, которое регулирует работу нашего компрессора в холодильнике за счет того, что отслеживает изменение температуры в холодильном отделении либо в морозилке. Для проверки замечательно подойдет и мультиметр. Любой нужно, чтобы он пищал. И если мы замыкаем на вилочку, и он разморожен, холодильник, то он должен пищать. Если же у нас ничего не пищит, значит, проблема как раз-таки в термостате, но это актуально только для холодильников без No Frost, без модуля управления. Про них мы поговорим в следующих видео. Если холодильник не отключается, тогда проблема с вероятностью 90% не в термостате. Проблема либо утечки холодогента, либо в нарушении циркуляции, либо так далее, но не в термостате. Не нужно думать, что термостат заменив, вы решите проблему. Нет, вызывайте мастера, самостоятельно такую неисправность не удастся устранить. Термостат – это устройство, которое состоит из трубки. Вот это не проволока, да, это трубка. То есть тоненькая трубка, внутри которой газ. Газ в зависимости от температуры сжимает или разжимает мембрану. Мембрана, соответственно, замыкает либо размыкает контакты на включение либо отключение компрессора. Бывают трехконтактные термостаты, бывают двухконтактные термостаты. Вы скажете, здесь, Саша, здесь даже аж 4. Нет, ребят, вот эти контакты, два, они сдвоены вот внутри, если посмотреть, и они на корпус, то есть это у нас просто масса. Видите, звонится. Вот. А здесь у нас три контакта. Зачем три контакта, почему два контакта? В данном термостате, это термостат Ранка, самый ходовой, самый популярный, есть нулевое положение. То есть, если вы уезжаете куда-то в отпуск, и вам надо полностью отключить холодильник, даже чтобы он не реагировал на открытие двери, даже чтобы свет не горел, вы выкручиваете, и чик, до щелчочка, и у вас холодильничек отключается полностью. Термостат работает, именно у него рабочая часть, именно вот этот кончик. То есть вот этот кончик должен быть закреплен внутри холодильного отделения на том же месте, на котором и был он до этого закреплен. Чаще всего, конечно же, на него капает чуть водичка, он начинает коррозировать, сгнивает, отсюда выходит газ из этой трубки, и, соответственно, мембрана у нас сжимается, и тем самым термостат думает, и холодильник думает, что у нас так холодно, и, соответственно, контакты у него разомкнуты на компрессор. Вы, соответственно, пробуете включить в розетку, и у вас ничего не происходит, потому что термостат... Трубочка лопнула, газ вышел, и он думает, что ему и так уже холодно. Он сморщился, как одно местечко. Простейшая система устроена следующим образом. У нас есть вилка, которая идет сюда. Отсюда идет провод на термостат. Один контакт возвращается с другого контакта и идет уже на компрессор. То есть, соответственно, если у термостата контакты замкнуты, то компрессор работает. Как только термостат и камера его охлаждается достаточно, чтобы сжаться, он размыкает контакты и компрессор останавливается. Самый ходовой термостат Ранка L1275, он применяется в холодильниках стенол, ну, много в чем. Если вы не знаете, какой термостат вам подобрать и какой у вас до этого стоял, пишите нам в чат, заходите на сайт Техномаг, там есть чат техподдержки, пишите в техподдержку, мы подберем вам термостат под ваши параметры. Никаких регулировок самостоятельно делать не нужно, то есть да, есть здесь регулировочные винты, регулировочные настройки, они настолько тоненькие и делаются на специальном диагностическом оборудовании, что в домашних условиях вы этого сделать самостоятельно не сможете. То есть если вы думаете, что у вас холодильник не отключается, и вы сейчас подкрутите термостат и все заработает, или возьмете другой какой-нибудь термостат, все заработает. Нет, если холодильник, повторюсь, не отключается, проблема не в термостате. Вот если он не включается, тогда высока вероятность, что проблема в термостате, при условии, что у вас классический холодильник без No Frost, и у вас нету проблем с вилкой, нету проблем с разъемами, и напряжение до термостата доходит, назад с термостата не приходит. Тогда меняете термостат, и проблем у вас не будет. А где их купить? Техномаг.ру.